Всем привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу, где собирать валяшку, которая используется для возвышения таких персонажей, как Розария, Наэль и Лиза. И кроме этого, это один из материалов для красной краски в нашей обители. Первых 5 ягод мы сможем купить у Клорис. Все остальные мы будем собирать на пике и горе Буревестника. От телепорта, который находится под надписью «Пик Буревестника», мы бежим выше по карте и смещаемся в правую сторону дугой. Там мы соберем 4 куста. В каждом из них мы найдем по 4 ягоды. Не забывайте брать в отряд 2 аниме-персонажей для резонанса и прочих, кто повысит вашу мобильность или уменьшит потребление выносливости. Для этого не будет лишним скушать соответствующую еду. Со следующего телепорта, который находится под надписью «Горы Буревестника», мы будем выдвигаться на 2 разных маршрута фарма. В первый раз мы идем чуть ниже по карте и двигаемся в правую сторону. Там мы соберем 4 куста. После этого поднимаемся вверх и находим еще 2. И последнее, что мы делаем на этом маршруте, это собираем 3 валяшки вокруг анима гипостазиса. Как и у большинства других ресурсов, период восстановления этой ягоды 48 часов. За 10 минут фарма вы сможете собрать 81 валяшку. Поэтому пробегайтесь периодически по маршруту, так как мы не знаем, где еще они нам пригодятся. Еще раз вернувшись к телепорту в горах Буревестника, мы побежим чуть выше по карте и после этого налево. Там мы найдем еще 3 куста. Далее спускаемся ниже и забираем еще 3 валяшки. Последний куст будет нас ждать на обратном пути к телепорту. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!